Kia Motors с 1994 года. Сегодня, 16 марта 2018 года, Kia Motors в Кыргызстане. Под ваши аплодисменты. Дистрибьюторского центра Kia Motors в городе Бишкек. Kia Motors-ко албетте биз ийгилик каалайбыз. Көп-көп машинелерди сатсын. Анан кийин болгондо да колунан тийип турса ушундай спортко да бир жардам берип, аларды колдоп ушундай проекттер болсо биз футбол федерацияга катары кандайдыр бир проект болсо, футбол багытында ошол проекттерди бирге ашырууга тилектешпиз. Очень качественный сервис, направленность на клиентов и лояльность для наших клиентов. Владельцам Kia высочайшее качество обслуживания, сервиса. Поэтому надеемся, что Kia займет большую долю на канале. Kia Motors предоставляет скидку в размере 15% на сервисное обслуживание. Вы знаете, что большими представительствами из автопромышленности являются это Hyundai и Kia. Kia буквально была открыта здесь представительство в Бишкеке, но спустя некоторое время они закрылись по некоторым причинам. И я сегодня хотела бы с радостью отметить тот факт, что сегодня состоялось открытие дилерского центра Kia Motors. Ladies and gentlemen. Господа, в качестве открытия и символического открытия дистрибьютора в Кыргызстане мы желаем вам успеха новому бренду Kia.